Привет, дорогие зрители, меня зовут Артур. Мы начинаем проходить GTA 5. Наверное, самую ожидаемую игру этого года для многих. Судя по тому хайпу, который вокруг нее, это действительно событие года. Ну и давайте смотреть, разбираться и по ходу дела поговорим о том, что же это вообще такое. Мы грабим банк? Судя по всему, да. Игра вышла вот буквально только-только, то есть пару минут назад она стала доступна в PlayStation Store. Проходим мы версию для PlayStation 3. Насколько я знаю, пару-тройку дней назад ее сперли для Xbox. Ну, пираты, они такие, в принципе, ничего страшного в этом нет. Так, ну-ка давайте все быстро туда. Хорошо, хорошо, говорит, я понял. Так, ладно, что происходит вообще? Так, что готово? А, понятно, взорвите телефон. Взорвите телефон, говорю. Вы поняли. Неплохо. Вот это я называю качественно. Хорошо, пойдем за деньгами. Выглядит игра, надо сказать, просто превосходно. Вообще великолепно. Так, неплохо тут все поразносило. Так, соберем денежки. Но вообще мы сюда пришли, конечно, не за этим. Так, все, валим. 179. Неплохо. Ну, это твои проблемы скорее, я думаю. Так, хорошо. Окей. Все, погнали нафиг отсюда. Что-то мы уже намусорили. Так, окей. Ну, допустим, так, R1, да? Игра начинается сразу так с места в карьер, и это радует. Ну, я так понимаю, что это туториал, вступление. И за нами уже приехали. What's this? Local resistance? It ain't supposed to go down like this. It never is. Come on, go! What the fuck is this? Так, ладно, Ребзи, перезарядка на прыжок. Управляется все это, конечно, очень странно. Но я смотрю, есть автонаведение. Это, по-моему, приятно, потому что эта функция перекочевала, по сути, из Red Dead Redemption. Не менее крутой игры от Rockstar. Ошибать, да сколько вас тут? Хорошо, еще одного свинтили. Свободен. Так, там еще есть кто, нет? Уже. Свидание. Икона, мать. Это что за деревня вообще? Где мы находимся? Зима, самое главное, зима. Я вообще этого не ожидал. Да, получи, скотина. Целится. Так, садитесь в машину. Сейчас присядем, не волнуйся. Давай. Так, хорошо. А, машина, видимо, вон там. Опять еду. Так, к управлению надо будет привыкать. А что если пристрелить ему в лесу? О, работает. Прикольно. Повреждения вообще шикарные, по-моему. Ладно, валим.
it took you so long. Shut the fuck up and drive. Я уже много сейчас съел. На самом деле сейчас очень поздно, я бы даже сказал, очень рано. Поэтому я туговато соображаю, поэтому если буду нести чушь, я думаю, вы отнесетесь к этому с пониманием. Ну, если же нет, то, в принципе, давай, что ж поделаешь. Вот так сложилось. Get to the chopper! Come on! Давай гоним. We move quick, we can beat the train. We're getting there. Cops, coming our way. Be cool. They ain't made this car yet. Ага, не срисовали. Ну, конечно. Я-то, конечно, все сделаю так, что не срисовали, все равно меня заметят. На самом деле, физика управления машин кардинально отличается от того, что есть, допустим, в GTA 4. Физику, по-моему, переработали, не знаю, в более аркадную сторону. Но управляется все очень как надо. Так, а мы, походу, приехали. Смотри, сугробы остаются, да? Ложбины от того, где мы проехали, от колес. Какая-то глубинка такая. Ну, учитывая, что мы находимся в Сан-Андреасе, то... Еще одного минус ноли, походу, нет? Давай его оттащить, может, надо? Что-то дела совсем плохо пошли. Ну, этот парень у нас какой-то совсем оторванный, похоже, подорва полная. Хорошо, да сколько вас тут? Перевод-то какой, да? Неплохо. Да я вас... Ох, офигеть. Я вас тут перевалю столько, сколько нужно. Укрытие у меня великолепное, мусорный бак. Это как мой личный танк. Или нет? Походу. А его, насколько я помню, Трэвис зовут. Я не знаю. Сейчас вспомню. Но пока что я могу сказать, что в принципе, ну что поймешь по катсценам, но вот эти вот моменты управления машиной уже дали почувствовать, что игра ощущается совсем по-другому. Не так, как GTA 4. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps... We should not judge. We are born of sin, and we die in sin. And in this, Michael was like anybody else. Father, так тебя подстрелили же, нет? We know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. А кого похоронили тогда? Кстати говоря, наверняка, несмотря на то, что это GTA, и сюжет здесь, в принципе, не сказать, чтобы сильно важен, наверняка в комментариях будут, как обычно, любители поспойлерить, ну, то есть выпердыши с МДК и тому подобных ресурсов. Поэтому я рекомендую посмотреть сначала серию, а потом уже читать комментарии. А лучше вообще не читать комментарии, если не хотите испортить себе именно в плане сюжета какие-либо моменты. Why?
Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. Same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Мне это сильно напомнило клан Сопрано. Только там, конечно, психиатр была. Ой, психолог, ой, психиатр. Была бы приятней. Лос-Сантос. Первым делом я хочу попасть на улицу, на которой жил Си-Джей, посмотреть, как там что находится. Но я думаю, здесь все кардинально переработали, поэтому найти ее будет не так просто. Блин, я уже предвкушаю. Не знаю, как кто, а я очень люблю GTA. Я играл во все части серии, играл даже в ответвления, типа Vice City Stories, Liberty City Stories. И это именно те игры, в которые я могу играть вечно. Единственный недостаток всех частей GTA, на мой взгляд, это то, что слишком уж несерьезные сюжеты. Но в этом есть своя фишка. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slanging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Вот и поговорили. Это наш второй персонаж. This the spin-off right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Среди прочего, наверняка у людей куча комментариев, выйдет ли игра по поводу, выйдет ли игра на PC, на PlayStation 4. Очевидно, выйдет, потому что в архивах игры на Xbox 360 нашли, в принципе, упоминание и той, и другой версии. Хотя, кто их знает. Но еще не было ни одной части GTA, которая бы не вышла на ПК. Номерные, я имею в виду. Так, какую бы взять? Я возьму вот эту. Пока я там щелкал, он уже забрал. Oh, you ballin' hard with the drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga. Чтобы опустить, поднять крышу, неплохо. Oh, it's like that, nigga? Ну, давайте погоняем. Машина управляется странно. Вообще непривычно. Воу-воу-воу, как же это сложно. Yeah, that's cool. Да, надо будет привыкать, походу. Машина даже своим значком похожа на Audi. Hey, remember, we gotta be careful with these rides, homie. The
Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace. Физика реально, реально, по-моему, прикольная. На самом деле, давайте разглядывать город. Я хочу первым делом заняться именно исследованием, фриплеем, фрироумом, посмотреть, что здесь да как. Потому что вот именно в чем всегда была сильная фишка игр от Rockstar. Тихо, тихо, парень, воу, полегче. Так это в том, что город и вообще окружение всегда было очень живым. Особенно в играх с открытым миром. Куда ты едешь вообще? Куда мы заехали? Это что, съемочные павильоны, что ли? Кто это так? Кто это был такой? Твою бать, что ты делаешь? Водить, что ли? Не учили тебя, права купил. Так, тихо, столбы какие-то вообще. Мякотка. Так, надо проверить, ручник вообще держит, нет? Спокойно. Небольшой бардачок. Я не знаю, я пытаюсь сделать все как GTA 4, в который уже много наездил. И здесь это получается слишком рано. Да дарбалли, все будет. Не волнуйся. Так, хорошо, вроде помаленьку привыкать начинаю. Ты куда ты едешь, мать твою, за ногу? There's enough bad credit going around, homie. It's like it's an endless supply in this fucked up ass country. Keep up, homie. If you want to chunk them things. Я в отличие от вас не успеваю читать, что там говорят. Но на слух вроде бы все понятно. Так, налево, налево. Keep busting low. Не, физика вообще прекрасная просто. Я не знаю, это какой-то праздник. Я уж не говорю о том, что освещение реально подкрутили, оно выглядит очень-очень натурально. Что ж ты едешь как больной? Это же обучающая миссия. Тихо. Фу, приехали. Ну, на самом деле, я думал, повреждений на машине было больше. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Так, окей. Надо валить. Спокойно, мужчина. Какого-то клерка чуть не задавили. Ох, как оно управляется. Это же вообще пипец. Я, походу, долго-долго буду привыкать. Так, куда я поехал? Нормально, машину просто угрохал. Так, мне нужно... Я еду не в ту сторону. Кстати говоря, меня уже запалили, поэтому давайте лучше развернемся. Так, хорошо, надо валить куда-нибудь. И на автостраде у меня есть ощущение, что мы далеко не уедем, потому что они тут патрулируют, их вон продары видать. Надо куда-нибудь сныкаться. Что ж ты... О, блин, ну что ж ты едешь, как непонятно. Я серьезно говорю, ребята, я первое время, походу, буду постоянно врезаться, потому что это очень и очень странное управление. Но крутое по-своему. Так, хорошо, куда же мне... Затихариться-то. Вон там еще одна машина едет. Реально повисли на хвосте. Хорошая была машина. А теперь какой-то... Так, нет. Куда бы заехать? Меня, по-моему, кто-то стрелял только что, нет? Да. Так, я скрылся, нет? Фух. Будем привыкать. Тихо. Ох, палево, ох, палево. Спалился опять. Твою бать. Ладно, заодно город посмотрим.
Конвеншн-центр, что-то не видать нигде. Что-то мы сейчас в холмы уже, походу, куда уедем. Так, спокойно, спокойно, парень, полегче. Так, меня опять кто-то заметил, да что ж такое, надо куда-нибудь на менее открытое расстояние уехать. Говорят, что здесь на пяти звездах преследуют танки. Это, по-моему, довольно безумно. Если тут такие же танки, какие были в Сан-Андреас, скажем, то это ахаха просто. Блин, машины крутые. Всех кто-то попробует. Так, хорошо, постараемся как-то вот так покрутиться. Вроде бы пока они все от нас далеко. Так, ну все, кажется, нормально. Да, машину мы, конечно, уработали по полной программе, но что поделаешь. Зато посмотрели город. Город, надо сказать, судя по всему, большой. Так, а как сигнал? А, вот, так. Хорошо, как здесь выбрать музыку, если на стрелочках у нас стоит нечто другое? Видимо, потом объяснят. На самом деле, довольно далеко укатил. Не, реально, приятная игра выглядит. Я, конечно, понимаю, что когда выйдет ПК-версия, ну, если она выйдет, понятное дело, там все это будет выглядеть приятнее в разы, но то, что мы имеем на консолях, приятно удивляет, потому что я ожидал худшего, честно говоря, и как вот это вот тянут консоли, которым уже там, реально дикий сок сыпется. Я, честно говоря, затрудняюсь ответить. То ли машина такая порывистая, то ли что. Так, спокойно. Просто чуть-чуть дернешь фору, и она уже летит в стену. По ощущениям, она должна отправляться маленько не так. Ну, не знаю, это все нытье, просто человека, привыкшего к четвертой части. Так, хорошо, наконец-то приехали, да? Так, окей. Фу, вот это была поездочка. Автосалон Симона. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. You are all the same. Что такое? This racist insulted me. Hey, what's up, fool? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real to me and he gonna get all this full of money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, паренек такой, их sure называют в Америке уиггеры. Слово white. То есть белые парни, которые подражают афроамериканцам во всем. То есть, ну, поняли, о чем я. Рэп, одежда, ужинки. Так, это что? Dodge Challenger. Так, ладно, уходим отсюда. Вы можете установить приложение iFruit на свой смартфон. Который... то есть на свой реальный смартфон? Окей. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's sexy. Блин, я читаю одновременно и еду. Так, ладно, маленько нарушим тут. В принципе, ехать недалеко, да? Слушай, места все знакомые.
То ли мне кажется, то ли с Сан-Андреаса тут очень многое осталось. Так, хорошо. Не маленький гаражик для такой машины. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Нормальный пацан. Чё, говорит? Так, вам доступны парикмахерские. Вообще здесь, насколько я знаю, кастомайз персонажа, как и машин, довольно-таки неплохой. Мы это обязательно заценим, не сомневайтесь. С мамой живешь? Или это твоя дама, все-таки вас не поймешь. Так, сохранение, как обычно, на кровати. Хорошо. Чтобы сохранить игру в любое время, нажмите кнопку быстрого сохранения на телефоне. Ладно. Так, переодевашки тоже, в принципе, так же сделаны. Персонажи как-то, их пластика, лицевая анимация и вообще вот это вот все сделано... Ага, без единой царапины. Конечно. Результат серебро. То есть понятно, что это процедурная анимация, но по сравнению с четвертой частью, она реально скакнула. Хорошо, что еще тут? Так, выполненное задание можно выбрать в разделе «Игра», бла-бла-бла. Понятно. Уютненько. Снаружи такой маленький домик, а внутри, в принципе, ничего. Течка. Ну, бедненько, конечно, но уютно. Так, как тебя брать? Ну, ты мне не нужна. Вообще стоит разобраться с тем, что он у нас в левом нижнем углу. То есть это что за три полосы снизу? Здоровье и что? Телевизор, насколько я понимаю, тут тоже отдельная тема, как в четвертой части. Да успокойся ты, слышь? Прикольно. Хорошо, я хочу съездить постричься. Алло? Franklin! Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. Так, хорошо, давайте мы сначала туда не поедем. Сначала мы просто посмотрим город. Возьмем эту свою тачанку, а может лучше какой-нибудь внедорожник украдем. Я, честно говоря, охота их физику заценить. Типа Escalade, или как он тут называется, Cavalcade. О, Lowrider, что ли? Нет, просто колымага. Ну давай возьмем ее, что нам. Если и есть машина более упоротая в этой игре, я, видимо... Че это? Короче, очень крутая машина. Здесь, короче, я читал новости, доходило даже до того, что для записи голосов вот этих уличных банд приглашали реально натуральных бандитов. И они там говорили, поправляли редактора, говорили, я бы так не сказал. И, то есть вся речь, которую вы можете услышать на улицах, она очень аутентичная. О, мегамол. Так, блин, я к трамваю заехал. Ну ладно, да, ставим тут машину. Пойдем пострижемся. Эх, что ты застреваешь-то? Это трамвай или надземная? Что это? Mama don't play, bitches. Looks good. Yeah, I like it. Now, I'm telling you, if you don't sleep in that hairnet, you're gonna wake up with your brains in your pillow, dig? All right, I hear you. See ya. Так, хорошо. Надо сделать из этого пацана настоящего мужчину. Man, I can't rap. Sid, I will take care of you, honey.
Так, хорошо, посмотрим, что у нас есть. Прически. Так, как их просмотреть? То есть только купить можно? Ай, блин, нет, я не то. Там уже показывалось, понятно. Так, хорошо. Ну и что у нас получилось? Три полоски, прямо бибас. То есть оно вот уже показывается все. О, неплохо. А есть афро? Ну ничего так, кстати. Не, ну это будет уже слишком. Вот как-нибудь вот так вот. Да нет, пусть остается то, что мы сделали. Кстати, прикольно получилось. Так, бороды. Какой-то вот такой побрутальный пацан. Я не знаю, правда, как его, когда он брит наголо, допустим, ему делают афро. Ему выращивают волосы, что ли, на голове. Это игровая условность. О, нормальный такой братюня. Пацанчик с района. Погнали, еще одежду можно купить какую-нибудь, нет? Окей. Побежали к нашему Редвану. Вообще еще охота съездить на природу, но я думаю, мы туда еще попадем. Предоставится случай. О, вот эту машину я хочу. Ну ладно, поехали на это. Да блин, она не заводится. Так, хорошо, пока. Пока у нас красный свет, мы можем забрать эту машинку. Такой старенький Ford Bronco. Как раз то, что я люблю. Я туда полез. Тихо, тихо, тихо. Это что за беспредел на районе? Какого хрена началось? Это была ошибка, походу. Так, ладно, парни, уходим. Я что-то не то, похоже, сделал. Ребята не оценили явно. Да ты смотри, они за мной гонятся. А вон у меня жизни это получается с левой внизу, самой длинной полоской. Твою бать, это же водостоки, как в Терминаторе. Слушай, они же меня убьют сейчас. Они реально какие-то... Парень, а, извини. Тихо. О. Да ни хрена себе, что же происходит-то такое, мамоньки мои. Так, надо уходить от этих гопников. Я ни в чем не виновен. Надо как-то выбираться отсюда. Фу, порешетили машину, посмотри просто, это же пипец. Я не знаю, на первых порах я считаю, что я не буду больно проходить сюжетные миссии. Походу именно поисследовать мир и посмотреть, что тут вообще есть. Но с другой стороны, если мы не пройдем начальные миссии, то я думаю, у нас не откроется много возможностей. То есть это идет пока своеобразный туториал. Но сейчас давайте просто покатаемся. Да, получи. Так, давай оффроуд. Да, что-то ручник как-то не так себя повел, как я ожидал. Во, посмотрим, как вы тут меня догоните. Окей. А там есть что-нибудь, нет? Нет, очевидно. Хорошо, машины, кстати говоря, как-то странно ломаются. Я пролез, нет? Отлично. Ну, замечательно, так только я мог проехать. Хорошо, меня сейчас свинтит, походу. Так, валим, валим, валим. Ух, меня постреляли, ты как... Как присесть? Ого. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Уходим. Легавые. Блин, давно забытое ощущение. Мы так последний раз развлекались, по-моему. Блин. Тихо, тихо, парни. Давай, давай, давай.
Как эта игра-то называлась? Про Гонконг. Я уж и не помню. Но это была изначально True Crime. А, блин, еще попали. Но в итоге что-то ее переименовали, и второе название я ее не помню. Так, надо уходить. Вылазь из машины. Вот, давай, эта машина меня прикроет. Или нет? Это... Во что же я влез? А вот теперь у меня хрен остановите. Я себя сам остановлю. Камара. Машины здесь, по-моему, еще больше похожи на свои прототипы. Ох, не знаю, к этому управлению вообще. Сколько приуходят? Че, айфон? Ну давай, парни, погоняем. Интересно, а здесь есть закрытые территории? То есть, как, допустим, в той же GTA 4, где были перекрыты мосты. Блин, здесь я хочу сказать, что копы поумнели, во-первых. Смотри, что делают, это же пипец. А во-вторых, реально ездить очень-очень круто и интересно. Машина очень хорошо ощущается. Другое дело, что к этому очень долго привыкать придется, но именно ощущение просто, как будто ведешь... Вообще, очень хорошо передаются. По тормозам. Он уходит вперед. Нет. Хорошо, надо оторваться во встречном потоке. Или влупиться в кого-нибудь, что более вероятно. Ну, вот так, например. Что пока не нравится, это то, что машины как-то бьются совершенно по-деревянному. Но вроде как я слышал, что в игре это просто как проблема и поправится патчем. Хотя, может быть, на самом деле, просто когда на скорости где-то там 60-70 км в час вламываешься в лоб кому-то, ожидаешь больше повреждений. Так, ладно, надо как-то потише ездить, чтобы от нас уже оторвались эти товарищи. Ой, это ТТ-шка что ли была? Ну и поехали на второе задание. Ого-го, огромный мир. Так, мне там наверху копы едут. Тихо. Почему, у меня не прошло еще? А, меня-то они ищут, но машины уже нет, да? Любопытно. Так, хорошо, давайте куда-нибудь проваливать, потому что это кишмя кишит просто. Дерьмоголовый берет. Конечно. Не, это реально круто, я просто не знаю. Я ожидал, что будет хорошо, но вот это вот реально победа просто. Не знаю, в плане всего. Игра настолько целостно ощущается, что... Я не знаю, я очень доволен ею пока что. Ну, вы, конечно, поиграли не совсем чуть-чуть. Так, селект — это у нас просто выбор камеры. Хорошо. Так, нажимаем старт и смотрим. Карта так. А как-то ее можно там зум сделать? Нет? А, вот тут так, да? Ну, в принципе, мы довольно много уже проехали. Хорошо, давайте поехали... На S по прямой как раз попилимся. Сейчас машину кого-нибудь откушаем. Что-нибудь новенькое. Интересно, конечно, посмотреть на физику грузовика. Но я хочу вот этот вот Range Rover. Давайте называть вещи своими именами. Damn! Погнали. Да, эта машина поприкольнее. Нахуй, мы ее уже помяли. Я говорю, я очень долго буду привыкать. В принципе, по-моему, неплохо получается, нормально. Так, окей, спорткар.
масло какое-то. Блин, освещение просто вообще очень крутое. Ох, разогнался, я сейчас полюблюсь во что-нибудь. Кто-нибудь перестроится не так? Так, а, вот как оно переключается. Хорошо, допустим. Это что за магазин? Оружейный? Ammunition. Так, меня уже тоже не ищут особо, да? Или что-то по-прежнему прострелено? Опа-на. Неплохо. Так, пистолет. Гранаты. Боевой пистолет, бронебойный. Это пока закрыто. Так, B5. Узи. Или это маг. Хрен поймешь. Калаш я могу купить? Нет, у меня пока денег не хватает. Я думаю, скоро с этим проблем не будет. А вот пистолетик я бы... Нет, пистолет я тоже купить не могу. Ладно, понятно. Ну-ка. О, это я тоже могу купить. Хорошо. Да, одежда тут, конечно. Вот такую олимпийку можно взять. Худи. Так. Что там еще есть? На ноги что-нибудь есть? Походу нет. Так, тут мы, походу, можем пострелять. Тире. Но оружия у нас нет, поэтому ладно. Потом, когда оружие приобретем. Блин, насколько это все прикольно. Мне прям нравится. Хорошо, поехали уже на задание, потому что ночереет. Тихо. Я просто проверяю. А вот так вот машины неплохо мнутся. Так, кстати говоря, мы уже приехали, по сути. Хорошо, откуда мне удобнее будет к нему попасть? Отсюда? Ну, выглядит наш персонаж, по-моему, стал чуть-чуть получше. Прическа, конечно, дебильная, по сути, оказалась. О, свернул по-своему, прикольно. Я думаю, на самом деле подойдет небольшое такое афро. Будет колоритный пацан. What's up, Simeon? My dear boy, so good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are Employee of the Month. Huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Такой охреневший. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do, and I do it, and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, then, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying to get us... What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner.
Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just the bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Fuck you and come on. Boy, he's about a yes master ass nigga. What we waiting for? Magellan Ave, nigga. Vespucci Beach. Как все это знакомо, насколько приятно вернуться в эту игру. Man, fuck you, nigga. I wish I hadn't cut it. You drive. Так, я поеду на своем, потому что там слишком новенькие, мне их жалко. А, погнали. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vago's dude with the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, all right? Nigga, I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have a required surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dawg. Man, this whole setup designed to take drug money. Alright, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. I'd see you in a funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? You a psychotic motherfucker. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped, and then you start all over again with some other fool. Where the fuck you get that from? That ain't my wife, dummy. How about the boy with the eye from around the way? Marcus or something, you were slanking for him, and then he got what was coming, right? That was different. That dude had it coming. I don't want to clap my boy Interian either. I like homie. It's just smacks of the inevitable. Look, dawg, this time we legit, homie. This honest work is gonna end up with us coming куда up. Куда прешь? Oh, really? That's a nice Браво change for fools coming up on us. That's trill, homie. You damn straight that's trill, partner. But it's a shame I don't believe it. Так, хорошо, мы походу сейчас нарвемся, потому что пацан какой-то серьезный вроде как. Пока что по ощущениям это тупо Сан Андреас, но я так понимаю, что за других персонажей. Что такое? За других персонажей будет другая атмосфера. Shit, man. Play it cool. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Блин, насколько живой мир. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Насколько он дышащий. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is a shady-ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, 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 hold up. Got to be in one of these motherfuckers. Так, ну хорошо, давай приступать. Начнем с правого. Man, ain't this about a bitch. Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. We just saw you trying to creep up in here, man. Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit. Oh, shit! Oh, vamos! Fucking down. Come on down, everybody! Come on down! Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Так, надо ствол хватать. Let's stop being a pussy, nigga, and grab that heat. Тихо, тихо, тихо. А, вот как оно работает. Понятно. Just for our luck, homie! Find your bitch ass and duck! Shit! Свободен. Да сколько их там? Не туда заехали явно. Truck,
сейчас все будет. Да сейчас все будет. Охренеть. Так, выберите оружие с помощью R. Отпустите L1. Во! А, твою мать! Ни хрена себе! И меня свинтили, да? Так, хорошо, блин, насколько это все непривычно. Ладно, сейчас все будет. Сейчас все будет, парни и девушки. Реально, вот эти вот курки на PlayStation мне не совсем нравятся. Ну, придется привыкать. Вроде как можно переставить на R1, L1. Хорошо, я уже заметил, что нужно постоянно прятаться. Да, прятаться, я тебе говорю. Не, ну это, конечно, эпично. Ни хрена. Это чё вообще? Так, надо маленько отдохнуть. Неплохой замес начался. Пистолет на самом деле крутой. И вообще стрельба здесь сделана лучше, чем в GTA 4, по ощущениям. Пока что. Так, ладно. Давайте притопим. Надо было машину повыстреливать какой-нибудь. Да успокойся, все нормально. Догоним, никуда не денется. Давай топим. Как туго идет. Да твою мать, вот эта вот физика, блин, пока к ней привыкнешь. Куда он уже уехал? Так, блин. Твою мать, ладно, о, неудобно. Машина медленная. Так, хорошо. Да и по мать, куда ты едешь? Хорошо, блин, сейчас напрямую хотя бы догоним, нет? Так, замедление какое-то врубается. Так, деревянные столбы нельзя сшибать, понятно, будем знать. Сейчас надо сравняться маленько с ним, потому что, блин, с такого расстояния хрен попадешь. Давай, давай, давай. Oh, shit, he down. Dog, we gotta lay low. Get the bike. Так, все, уходим нафиг. Вот это было дело. Вот это парень. Так, тихо, это что, денежки? Мне сейчас любые денежки пригодятся. Во, неплохо, 80 баксов. Так, что ты хотел-то? Все, гоним отсюда. Ну, байк такой, да, ничего. Надо отметить. Вставать можно? Пока непонятно как. Так, хорошо. Блин, я серьезно говорю, мне с этой физикой сложно. Пока я переучусь, вы будете наблюдать за тем, как я все врезаюсь. Бывает.
Это при том, что я недавно Gran Turismo играл, в пятый, вообще без проблем. Видимо, после него, скорее, даже более сложно переучиваться, чем после GTA 4. Так, тихо. Довольно далеко уехали. Не знаю, я не могу его поднять на заднее колесо. Тихо, тихо. На мотоцикле, кстати, тоже совершенно по-другому управляется. Вообще управление, физику переработали, насколько я сейчас вот уже могу сказать, кардинально. Просто вообще не узнать. Кого ты в другую игру играешь. Но по сути играешь, конечно, в другую игру, но движок тот же. И в принципе то, что лично для меня поначалу выглядело как... Да, телефона мать. Как просто большой аддон GTA 4 с новым городом. Сейчас я вижу, что это совершенно другая игра практически в каждом аспекте. Ну, кроме игровой концепции, конечно. Да что ж ты делаешь? Ты вообще, что ли, зеркалами не пользуешься? Поворотники, зеркала, это что, все, ты лохов, что ли? Так, нам не отсюда заезжать. Хорошо, и куда тебе? На автомойку? Походу, опять какой-то момент пропустил. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. Not a mind. You fucking tell him, you fucking moron! Так, хорошо, задание выполнено. Ну, опять же, на серебро. Золота у нас пока, я так понимаю, не будет. Хорошо, что я хочу сказать. Давайте на этом, наверное, первую серию закончим. Увидимся во второй, которая выйдет сегодня же. Пока что я могу сказать, что игра оправдывает буквально вообще все ожидания. Она прекрасно выглядит, она прекрасно играется. Она довольно странно управляется, но это, в принципе, я думаю, дело времени. И где-то через часик-два я уже серьезно привыкну к этой физике и смогу нормально управлять машинами. Пока что, учитывая, что в GTA там как-то более чувствовался вес машины и ее подвеска, я не знаю, здесь мне больше похожа машина на утюги. Но при этом именно в плане управления они тоже очень интересные. То есть это не Need for Speed, где реально управляешь какими-то кирпичами. Но... Что еще я хочу сказать? Я думаю, большинство еще игровых моментов мы увидим чуть позже, потому что это все еще, по сути, идет туториал, повторюсь. Но по перестрелкам я уже могу сказать, что они сильно лучше, чем в GTA 4. Но при этом, опять же, нужно привыкать. Очень непривычно все сделано, вот это вот радиальное меню выбора всего. Да и в остальном, в принципе, так же. В общем, спасибо, что смотрели. Комментируйте, ставьте пальцы вверх. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.